И снова всем здравствуйте. Опять мы в Косогоре. И опять то же самое. Посмотрим, что будет. Что интересное покажу, расскажу. А так, планы у меня за Викторией. На гору вот сюда вот. Тут была дача у бабушки. У одной. Она уже года три сюда не ходит. Сейчас поднимемся, посмотрим, что там есть. Все, вперед. И с песней. Сейчас камеру пристегнем. Живокость. Теперь я знаю, как звать этот цветочек. Живокость. А внизу ее еще больше. Здесь можно хорошо чаев набрать. Лобозник уже расцвел в полный рост. Там иван-чай. Живокость. Теперь вот он, иван-чай. Но он какой-то тут вообще никакой. Он тут какой-то вообще никакой. Ну все. Будем подниматься. Я, вернее, уже поднялся полпути. Я сюда лезу уже. Фух. Если считать из дома, уже часа полтора, наверное, как я тут ползу. Ну тут ясно дело, что я не один. Вот впереди где кто-то прошел, по-моему. Подойду-ка я к ней, сфотографирую я ее, эту живую косточку. Не плюхнуться бы куда-нибудь. Вишня. Малина прячется. Я думаю, что там такое красненькое? Это малина. Забрался опять высоко. Малинки почикал. Шиповник есть молодой уже. Что-то его мало здесь. Фух. Выберусь, не выберусь. Ну иди давай. Ой. Фух.
Погода опять. С утра дождик брызнул. А сейчас стоит душняк конченый. Ой. Там он, Иван-чай, в кустах. Целая плантация. Фух. Ладно, будем как-то выбираться. Все, как паровоз сдох, запыхтел. Пойду к тенечку поближе, вот к этим березкам. Предполагал я, что здесь ничего не будет. Даже уверен был. Но, как говорится, доверяй. Ну, проверяй. Фу, здесь вообще пекло. Прям когда, фу, прям пеклище. Фу. Да. В эти дебри не полезу. Там. Здрасте. Здрасте, пацаны. Что снимаете интересного? Все подряд. YouTube канал какой-нибудь? Да. А что, где глубже всех? Здесь, у нас, скорее всего, в середине. В этой, в той или в той? А мы там не купались, мы тут. Сарзанки. С берега уже сразу глубоко, метров 6. А то говорят, там 40, там 30, тут 20, кому нет, верить? А, ну по идее-то есть. Наверное, мерить-то никто не мерил все равно. Высота больше и больше. Вот есть. Ну а черт его знает. Это вы здесь что-то уже сделали, лестницу, да? Там и тарзанка есть. Можете прыгнуть? Не. Нормально. Я смотрел, когда собирал. Я мне просто посмотрел, не смотрю, она такая хорошая. Я потом наткнулся. Ладно, голову, удачи вам. Говорят, пошел, вам там купайтесь, веселитесь. Не, не. Дедушка старенький уже, уже не дай бог. Анатолий Масалов. А что снимаете? А все. И природу, и бардак, все подряд. Маску! Одень маску, сука! А? Связи нет. А, ну да, здесь связи нету. Упылили.
Фух, залез. Еле кое-как. Вон сколько чайку. Берите, не ленитесь. Я каждый год здесь брал. В этом году первый раз подошел. И больше здесь никто не брал. И бараны тут не паслись. Бараны по низу прошли. Пойду домой. Вот тут он был в прошлом году, вот на этом месте. Перекочевал куда-то. Мама утка. С дитей уткой. По камышам. Уходят. Уходим, короче, по камышам. А у меня там сок березовый.